Сегодня на стадионе Федерального детского центра «Смена» настоящий ажиотаж. Сине терпится увидеть показательное выступление отряда спецназа ОФСКН России, который приурочен к профилактической работе с молодежью по вопросам снижения спроса на употребление наркотических веществ. Накануне этого состоялась встреча регионального отделения по Краснодарскому краю с участниками «Юный динамовец» и «ЮИТ». Профилактической работой занимаются все, начиная с семьи, школа, учебные заведения и так далее. В Краснодарском крае вообще большая работа в этом направлении проводится. Существует государственная программа Краснодарского края антинаркотическая. Органы исполнительной власти, выделяется большое финансирование. Органы исполнительной власти проводят, вот буквально вчера был выездной консультативно-методический пункт в Отрадинский район. Все 44 муниципальных образования охвачены, все органы системы профилактики вместе, совокупно. И вот долгожданный момент. В масках и с автоматами, в боевом снаряжении на стадионе отряд спецназа. Прием рукопашного боя, работа служебных собак при задержании преступника и не только. Зрелище захватывает дух. После таких эмоций сильная половина зрительного зала решила идти в спецназ, когда повзрослеют. На девчонок выступление спецназа произвело не меньшее впечатление. На перебой они обсуждают увиденное. Мероприятия очень полезные для общего развития, во-первых. Во-вторых, в экстренных ситуациях они помогут людям. Наркотики – это самое опасное, то, что сейчас происходит в мире. Их не только вживую пропагандируют, еще и интернет. Мы против наркотиков.